честно говоря, странный вопрос. Я не очень понимаю какую-то отдельную судьбу Крыма от всей остальной России. Как будет процветать Россия, так и будет процветать Крым. Ничего отдельного для Крыма, на мой взгляд, да и не должно быть. Что же касается разговоров «хватит кормить Кавказ», то таких глупостей, как «хватит кормить Крым», я надеюсь, наши либеральные российские деятели говорить не будут. Но если начнут, я им порекомендую все-таки собрать чемоданы и поехать в Евросоюз. Вот там никто Грецию не кормит, все якобы исключительно приносят прибыль. Пусть они поезжают туда, там живут, там им милее, там им нравится. Чего они здесь мучаются?